Юр, Юр, иди сюда. Юр, первый донат пришли. Иди сюда. 10 рублей скинули. Рублей, это жена Крапко. И вот большой. А донаты в смысле на что? На трансляцию? Это так это на мою страницу идет. 10 рублей. Это неплохое начало. Большое спасибо, Екатерина Владимировна. Большое спасибо. Я вас отмечу. Также продолжаем ставить донаты. Да, побольше, если можно. А вот так, в какой момент у Динамо... Догнать! Попроси побольше донатов. Слышь, там это, там что-то лагает трансляция, говорят. Лагает? Да. Сильно? Что, сильно лагает трансляция? Ну, может, из-за интернета. Я походил руководителю, интернет мне оплатили, поэтому лагает. У меня все оплачено. Надо просто здесь Wi-Fi, блядь, поставить роутер. Мы обязательно учтем ваши пожелания и установим Wi-Fi на футболе. Оплачивать будет Крыселев Кирилл. Да чё? Шире. Подбор! К сожалению, от ворот несет мяч. Пол. Футболист Локомотива пробил головой там. Лучок все лагает. А? Это я у них спрашиваю. 1-0 в пользу Динамо Москва. Право! Право! Еще вправо! Штрафной удар бьет на пути. Справа игроки, справа! Вот какой сумасшедший удар со штрафного! 1-1, пробивает стенку! Сравнивает!